Ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения игры «Ведьмак 2. Убийца королей». По счету серии будет 65-я. Мы завершаем главу вторую. Двигаемся, в общем-то, к ее финалу. Так, и нам понятно бы сейчас еще как бы убраться, хотя куда-то расшещу делать сразу. Так, нам вообще нужно вот сюда отправляться-то. Так, если мы... Только как это вообще попасть? Я что-то еще вспомнить надо. Так-то, конечно, вот так вот обойти все это получится легче. Проверю сейчас. Так, 4. Мать еще встает, получается, да? Прямо перед входом, что ли? Так, когда мы еще можем там попасть-то? Вот так хотя бы, может. И тут. Там еще двое всего стоят, что ли? Так, ладненько. Не, ну, с меч. Так, ладненько, ладненько, сейчас попробуем-ка. Как там их? Там еще, видимо, стоит, да? Получается, рыцари. В следующих доспехах. Так. Ага. Так, урина мы возьмем. Ну, можно и все взять. Вес хватит, пока хватает. Нам еще как раз туда нужно идти, в эту дверь. Погоди, и тут-то такие. Те же рыцари, получается. Я, по-моему, от них убежал только. Ну, не стал сражаться. Ладно, пошли. Попробуем сократить. Попробуем путь, в общем-то. Обойти всех. Так, вот еще дверь вижу. Так, там они с монстрами воюют. Мне как раз туда, по-моему, надо. В общем-то, я пройду мимо, а вы там это. А вы там бейтесь, бейтесь, я вам это не буду. Чего, дверь закрывается, не закрываться не хочет. Так, ну нафиг. Чего такое? О, блин, они хотя за мной погнались. Ясненько. А мне вообще-то надо, по-моему, так идти прямо. А мы об них убежим. Или не убежишь, да? По-моему, убежали, да? Отлично, все. Ушли. Хотя бы от них оторвались. Так, будем по карте смотреть. Так, нам вообще-то, конечно, так бы надо. Куда мы там попадаем? Ну, хотя кто-то правильно получается. Так, мне закончится идти. Куда я там попаду? Ясно. Так, а мне нужно вообще-то повернуть налево, да? Получается. А вы там бейтесь, бейтесь, а я пошел дальше. Я так прохожу мимо, коти, вы там бейтесь. Так, мне надо прямо вообще-то идти или налево. Но я-то пойду налево, что. Пока они там занимаются, у нас, блин, не хватает. Что не получается, что ли? Блин, битвы часто нихрена не хотят, да? Если надо, сейчас мне на меня нарвутся, да? Ну, так-то получается мне... Блин, мне надо вообще-то как раз туда надо. Да ёмр, что мне на все нарвутся, да? Да ёмр, да блин, иди ты сюда! Да чёрт дери. Тихо-тихо. Тихо. Блин, у меня здоровье чуть меньше, что ли. Мне там это... Да ё-моё.
Да, еще при... Да ё-моё. Я думал загасить этим, загасить фигни. Черт. Сейчас, наверное, еще начнет придется того места, да? А, я там не сохранился. Надо будет в следующий раз сохраниться. Думал как-то вот проскочить их по-быстренькому. Ах, черт узнает, не проскочишь. Куда это делся еще? Потом Йорвит, черт, Рашета куда делся? Я что-то не могу понять. Он только что с нами был, куда он испарился. Мы в итоге одиночка должны были биться со всеми этими. Ай, ладненько. Так, ладненько. Привет. Все. Сейчас здесь сможем, в общем-то, быстренько убежим. Так, давай. Сохранимся перед тем местом. Чтобы за нас это не проходить. Так, нам нужно вообще тут уверить. Пусть пока они там бьются. Мы убежим просто. Чуть-чуть, а у нас зараза отстали, меня отстает. Дальше убежал. Все, забудьте про меня. Все, меня здесь нету. Да, посмотрю по карте. Угу. Так, нам нужно потом налево будет, потом сюда идти. Дай-ка здесь сохранись, получится, надеюсь. Во. Не снова за всеми этим битвы придется, да? А нет, не со всеми этим. Да блин, тихо. Чё, зависло-то? Ой-ой-ой. Поможем монстрам-ка. Да ё-моё, что-то они там не обозрели вообще. Ёп, тихо. Да твою ж мать. У меня энергия закончилась. Да... Да ё-моё. Тихо, блин, задел как-то вообще. Тихо, блин, да. Да ё-моё, как не зажимают они там. Да ё просто, энергия кончается. Ага, хрен вам, Кать. Да чё, дерьмо, блин, заколебали меня уже просто. Сколько вы самое бесит уже. Да ё-моё. Да ё-моё. Да сдохните уже наконец, а. Да ты сдохни уже лучше. Тебя дери. Восполнишь же наконец энергию. Фух. Надо будет сохраниться на этом месте, чтобы потом не подохнуть. Ласточка слабо помню. А, нет, это не ласточка действует. Значит, градиент поможешь создать, попробовать.
О. Сейчас попробуем сделать побольше. Так, сохранимся на этом месте. Обязательно. Так. Что там по карте посмотрим. Ну так-то нам как раз скоро идти нужно. Скоро должны добраться. Так. Помедитируем пока что. Пока есть возможность. Так. Эликсир у меня, по-моему, никаких нету. Ну да, зелье рафта белого. Так, мне нужно вообще-то создать что-нибудь, если получится. Так. Ласточка. Есть можно. 6 штук нормально. Сейчас мы выпьем ее. Так, саму картечь. Так, его можно сделать. Одну хотя бы бумочку. Так, гром можно, отлично. Давай, пусть 2 штуки будет. Потом чайка нельзя. Филин можно. 3 штуки. Так, пока хватит. Сейчас мы выпьем эликсира. Ласточку. Так. Так, это пока у нас филин действует. Скорее, восстановление энергии. Так, так, значительно ускоряет восстановление здоровья, уменьшает энергию и повреждения. Ладно, не будем. Грач, увеличит урон от меча. Так, вот, то, что надо. Без кошки, конечно, темновато будет, но ничего. Там немножко, мне кажется, осталось проследовать по этим катакомбам. И думаю, скоро мы окажемся в том городе, где нам надо. Так, куда делся тот наш, этот? Раше, что-то удери. Дай-ка я здесь сохраню еще раз. Так. Понятно все с вами. И мне прям куда идти надо? Со всеми виться. Я так понимаю, чтобы попасть, нужно туда. Пройти мимо них не получится, да? Сейчас, наверное, ролик запустится, да? Ага, шестите. Нам красота надо идти. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бойцов и эти еще. О! Ты сказал, что убрал их. Я их недооценил. Ублюдок, ты заплатишь за моих людей. За всех разом и за каждого по отдельности. Так оцени их сейчас. Не нужно меня снова подводить. Чего? Ё-моё. Да какого? Да ё-моё. Ты охренел, что? Не энергии, что ли? Есть, по-моему, нет. Так, где этот? Да ё-моё, меня это бьет, что ли? Черт, дерьмя бьет. Да ёп. Эй, меня это бить энергии-то не. Хватит уже, а. Кто меня там бьет? Да. Да твою мать, со всех сторон просто клаш матери. Мне здорово исполнится, так не дадут вообще. Да твою же мать! Раше, извини, Раше, обей его, обей! Пошли. Да как это все мне задевает ты? Чем там? Зараза. Скотина. Да твою мать, а. Сейчас все покой. Сейчас надеюсь, в это время здорово вспомнить. Ах, скотина. Да как? Да ёмаш, как тебя должен вообще валить в этом случае, не понимаю. Что-то вас слишком многовато. Это еще электричество зараза бьет. Надо было сразу с ним покончить было. Так, а я там сохранился? Интересно, там. А, недалеко сохранился, так что. Ну да, ёт вообще. Не хватает здесь, конечно, кого-нибудь там, не знаю, Трис, что ли. Или кого-то еще. С Раше, конечно, хотел бы Раше появился. Я думаю, куда-то он исчез.
Все, надо сейчас будет этот. А если картечь, попробовать картечь закидать этого красу Дедмонда, я забыл про него-то. Хм. А караш я там занят. Ага, Дедмонда попробуй еще. Сейчас мы попробуем. Так, ладно, давай. Да ё-моё! Да ты двигайся, что ли? Да твою же мать, меня он электричество бьет. Да блин, мечи доставай ты, Геральт. Где этот чертов? О. Зараза. Да е-мое. Получай. Зараза. Да е-мое. Да е-мое. Чертова муха еще. Блин, на экране садился. Садится, зараза. Да, а, чтоб тебя защиту поставил. Ага, хрен тебе бомбочком с этим. Где этот? Где этот, блин, Дедмонд, чертов? Да блин! Я ему там, ну что, здоровье себя восполняет, что ли, не пойму. Ты меня уже заколебал. Да ё-моё! Да ё... Так, тихо, тихо. Да ты же, мать, ты уже колебал ты же. Бить меня. Да блин. Иди ты в жопу. Расшибен. Да что с теми сделать там? С этими. Есть. Черт, у Дедмонд меня уже заколебал. Хорошо, надо тебе помочь, да? Сейчас я помогу. Надо как-то вот... Давай, мочи его. А я пока побегаю так, ладно? Я с этим там потом разберусь. Так, что там еще есть такое? Самум. Айсен ножами попробую покидать. Скотина. Он так не может. Извини, Раша, но... Сейчас я попаду к нему. Есть. Ага, хренка тебе. Переместился. Такая скотина. Да блин. Сейчас мы, думаю, заварим этого и... Он исчезнет, просто свалит как трус, наверное. Давить, Раша. Так, хорошо, давай-ка его займемся этим. Давай-ка, давай. Я с одной стороны, ты с другой. Давай, давай, ну, Роше. Че, где я? Давай, Роше, действуй, ну. Я вперед, я с тобой-ка помогу тебе. Скотин, защиту поставил. Сейчас его. Скотина, поставь защиту. Гадин, здоровье вообще снимается. Да е-мое, ты уже заколебал. Давай, давай его. Да е-мое. Да он какой-то зараза такая хитрая. Ха, бьет меня. Да ты мне уже. Да твою же мать, ты мне уже заколебался пощиту ставить, а? Дерись по-честному, все равно проиграешь уже. Против двоих тебе шансов нету. Сдавайся нафиг. Давай, бей его. Бей, бей, бей. Ты твою же мать.
Мне там кажется, здоровье вообще не снимается. Да ты ж... Ты какой хитрый, а. Давай, бей его, бей. Хорошо, а что мне делать? Да твою же мать, ну ты... Конечно, с магами муторно биться, они черт, или щиты эти постоянно ставят. Ладно, там с этим... С лета было как прикольно, а с этот... Заколебал щиты свои ставить. Да блин, уже... Погоди, он что, все здоровье исполняет, что ли, пойму? Да хватит уже. Да... Вот сволочь, а. Блин, он заколебал уже просто. Да ё-моё. Снимай свой щит, чертов. Да, блин, уже... Чё? И чё это вообще такое означает? Идиот. Противник в самый раз для таких, как вы. Не пытайтесь меня поймать. Это бессмысленно. Свалил, да? Чтоб тебе... А щит-то... А, исчез. Ха. Понятно все с ним. Это был хороший бой. Я уже забыл, как дерутся ведьмаки. Что теперь? Вы перебили моих людей. Я здесь ни при чем. Меня и в лагере тогда не было. Это Хенцельт велел убить твоих людей по доносу Детмальда. Я не буду просить вас о пощаде. Сам не знаю, что бы я сделал на вашем месте. Но если вы оставите меня в живых, даю вам слово, что я уйду и больше никогда не встану у вас на пути. Ну, ладно, можно попробовать оставить живых. Дал тебе на слове, иди своей дорогой. Ловлю тебя на слове. Иди своей дорогой. И в следующий раз получше выбирай себе нанимателей. Угу. Может, и мне пришла пора отдохнуть. В Тритогоре меня ждет Джулия. Она в положении. Ты сделал ребенка сладкой ветреницы? Ха. Поздравляю, Панград. Передавай ей привет. Спасибо. Ведьмак, возьми. Мне это уже не пригодится. Будьте здоровы. На какой-нибудь войне еще сведемся. Угу. Ну да, правильно сделали. И он же, он в этом не виноват. Так, штурм Вергена на Тишау до Танцервиль. Новый этап задания. Игра сохранена отлично. Так, что там? Хотя эти вещи лишние добрать. Правильно, всякие кланы, пошли отсюда. Так, у нас, думаю, и так хватит. Так, хорошо. Блин. Я что-то не понимаю. А, то есть пока, в общем-то, Рашу у нас пока нет, а когда, в общем, важный по сюжету момент он появляется. Ну ладно, говорю, так бы быстрее, так бы проще, как бы, да, переместиться. Ну как хочешь. Так, нам нужно вообще-то... А, ну так-то нам нужно, вот, все, мы уже почти добрались. Так-то уже. Игра вся сохранена, так что сохраняться смысла еще раз повторно нету. Посмотрим, что у нас там происходит. Мы сейчас скоро к Вергену приблизимся. О, там какая-то стычка происходит. Еще раз игра сохранена. Так, где мы теперь оказались? Нам все лишь нужно найти Шрауда Сатарсервиль. Больше ничего. О! Здрасте. На запад, в Оксенфурт. Кому он нагадил на этот раз? Хенцельт. Хенцельт сейчас получит Патагов по голой заднице. Наш поэт мог бы и подождать, а нет, смотрите, какой это прыг.
Золотом, Верген падет. Мотай отсюда, пока еще можно. Это краснолюдские, это друзей отставлять. Только не дай себя убить. Ты сам не подставляйся, дубина стейросовая. Если Верген падет, пойду искать Лютика. У него ко мне должок. Ты-то что тут делаешь? Ищем вообще-то... бедим по следу Шиалы. Хотя, где Хенсельта ищем? Может быть, ищем Хенсельта? У нас счеты с Хенсельтом. Тут у всех счеты с этим пучарой. Он лично командует армией? Такого случая он не упустит. Так, мы идем по поводу Шиалы. Поищем Шиалу до Танцервиль. Кажется, она в Верге. Пикнула тут ее надутая задница. Но только на минуту. Так она все время сидит в доме у другой чародейки. Как же ее звать-то? Филиппа Эйхард. Вот именно. Может, они там отношаются? Но слыхал я, что Филиппа... понятно. Где они? Самый крайний дом к северу. Проще всего туда по натяжному мосту дойти. Спасибо. Вообще-то у нее там кое-что... Это деловое знает тайный ход за стены города. Спасибо. И вот еще что. Йорвин предложил. Он с горской белок отбивается в замке. Ты б ему помог. Жатик, думаю, Филипп или помочь Йорвиту. Да ё-моё. А, вообще-то, Роше, ну как читаешь? Пойдем к Йоту. Так, я сейчас как раз, по-моему, сохранил здесь так-то. А, какая буча-то идет. Так, а нам куда вообще идти-то? Нам куда вообще идти? Где нас тут? Так, штурм Вергена сюда, что ли? Или помочь Йорвиту? Думаю, мы бы выбрали путь Роше в данном случае. Какую помочь Йорвиту-то? Нам нужно вообще-то как-то так к Шиале идем. Так, дом Филиппа. Пройти через это получится, нет? Да, ну ничего. Так, а вы знаете, как нам это... Сократить путь это здесь можно? Так, Роше, ты не знаешь, что... Ё-моё, надеюсь вас. А вот и мост, идем. Угу. Ну, Роше, как обычно, проломил мост. Спасибо огромное просто. Так, игра сохранена отлично. Так, верхом. А еще выше получается. Пошли. Так. Так, а нам куда вообще здесь? Филипп это дом. Да, мне просто здесь немножко получится. С кем да получится. Да ё-моё. Ну, сами легко, думаю, разобраться получится. Хотя, может и нет. Что-то у них здоровье выносится как-то слабовато. Так, ладно, побежал тогда это... Чего? Это голем какой-то, что ли? Так, голем, а ну-ка пропусти меня, мне нужно срочно твои хозяйки. Так, ну да, ясно, это... Не помню, здесь, по-моему, да, этот дом-то этой. Или я не сюда. Даем. Чё за... Не понял, чё мне случилось-то. Что тебе? Ау, ау. Да ё-моё, чё бы ты деревья? Давай, включайся. Чё такое выскочка, непонятно. Ты просил кого-то. Такое не всё нормально было. Чё за... А, ну да, конечно, сейчас вот замысло. А, нет, всё нормально. Да... Что такое было? А, ну да, месяц, помер же. Чё такое было, непонятно. Чё-то мне вдруг это... На рабочий стол, в общем-то... Рабочий стол вылетело, все. Какой-то там программка это включилась, непонятно. Lenovo Vintage. Чё-то я не пойму, чё-то я не просил включить ее. А, ладно, хотя бы вернулся назад. Так, сейчас мы это... Ладненько. Надо все-таки с ними, думаю, справиться придется, потому что...
Так, о, эльфы. Так, эльфы это. Нет, да сейчас это. Да блин. Да ё-моё. Да ё-моё. Так, один готов, что ли? Еще не готов? Да чёрт бери. Так, не этого хотел загасить, вот этого. Да ё-моё. Все. Так, отлично. Сейчас мы тебя загасим. Ё-моё, все. А, там и дерутся. Ну, в общем, деритесь тогда, эльфы, я пошел. Хороши на помощь, нам нужно как-то... Здесь еще голем какой-то там бьется. Так, она мне сейчас сохраниться не получится, да? А нет, дают. Сейчас будет голем, по-моему, там какой-то. Ё-моё. Ни хрена себе. Так, что с тобой делать? Тихо. Так, мне нужен какой-то меч, по-моему, серебряный. Так это нужно с ним разбираться. О, Марик, здоровье снимается, кажется. Да ё-моё, какой-то... Ох ты! Фух, так, черт, ферово. Эдди сохранился, но, конечно, здоровье не сносит. Дай бог. Черт, не дают, а. Боем битвы-то не с ней, видимо. А, сейчас нам будет эликсир снова выпить, потому что без этого никак, я на... Энергия быстро исполнялась. Так, ласточка. Горячий урон к мече побольше. Пытаться так. Это явно мне не надо. Пока я думаю, да, без фирмы. Сейчас фирмы, конечно, будет еще сделать, если там вообще какие-то ингредиенты есть. Добавлю только. Пока попробую без этого обойтись. Так, филин у нас. Так. Нет, не хватает ингредиентов, да? По-моему, вообще ничего не хватает. Ясненько. Серебряный меч теперь достаем. Против болем, хотя против горем это должно в доме серебряный меч работать. Ё-моё. Тихо-тихо. Ох ты. Ё-моё, здоровье так у нас снес-то чуть. Погоди, они вообще здоровье-то снимается? По-моему, снимается какой-то. Да иди сюда. Промазал. В общем, там есть такое. Эти голем не. Блин, вообще да. Интересно, сколько их еще? По-моему, снимайся так-то. Тихо-тихо-тихо. Черт, у меня закончится-то. Не знаю, вообще против него работают эти. О, самому погоди-ка, а если попробовать. Чем мне здоровье-то не мешает? И с таким здоровьем... Да ё-моё! А, промазал, чем-то я мажу. Давай. А, издалека чем-то таким мощным работать надо. Погоди, а если Акси попробовать? Мне энергии не хватает. Энергии не хватает. Или починить не получится. Пройти мимо как-то вот, не знаю.
Блин, не работает, получается, на нем. Придется так бить. Ладно, придется так. Так, а если Ирдом попробовать? Тихо-тихо-тихо! Ё-моё. Иди-ка сюда. Иди сюда, блин, иди сюда, я здесь. Тихо-тихо! Да ё-моё, как ты! Черт, или вернуться ты не успеваешь просто от этого гада. Чё-то как-то он быстро выходит из этого. Нормальное состояние. Черт, голем какой-то, да? Ё-моё. Голем, заразу, да? Ненавижу этих големов, они, конечно, крепкие. Чего хватило сполна до этого с ним, когда бились. И в этой арке и в пути Йорвита. Так, нет, меч серебряный, нужно серебряный, серебряный, давай, давай, серебряный. Так, и где там вообще работает? Вообще работает против него это? Как будто, кажется, нет, какое-то здоровье снимается, как-то слабовато. Блин, что-то ждать придется. Как-то он быстро здоровье, кажется, снимает. Надо один удар наносить, что ли, и уворачиваться быстро. Кажется, что-то снимается, только как, видимо, слабовато, что ли. Так. Попробуй-ка. Полоска нехорошо так видно. Да ё-моё. Иди-ка сюда. Снимается, кажется. Придется явно помучиться. Да получится. Блин. Снимается. Снимается. Так. Че пожарище, там заложка какая-то. Ирден, Арт, Квен. Можешь просто поставить Квен и там. И попробовать его убить. Попробуй, конечно, Квен поставить. И попробовать его убить. Так, все получилось. Квен сработал. Забываю, что про Квен пользоваться-то можно. Так, Игни. Поставим еще себе Квен. Переключим на Игни. На всякий случай пошли. В общем, полторы минуты у нас есть. Тихо. Тихо. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо ходим. А, он просто исчез.
Фух. А, там они что-то пытаются ломиться. Ну, так, ну, в общем, нужно к этой... Так, к Филиппе дому. Или помочь Червиту. То есть туда, в общем-то, либо туда. Так, у нас Филиппа-то где? А, ну да, ну... Йервиту, конечно, мы же были путь Роше, нафига нам помогать Йервиту в этом случае? Или от этого что-то поменяется, думаю? Не для этого игру делили на два пути. Ну нафиг. Так, дай-ка я сохранюсь. Черт. Да ё-моё! Да ё-моё! Да твою ж мать! Надо мне это Игни было поставить, знак Квен поставить. Блин. Ну да, они уже зарубили. Черт, в каком-то узком... А, там дверь еще была. Можно было бы попробовать зайти туда, по-быстрому забежать. Я как раз нашел их возможность. А че на Герда напал-то, интересно? Помнишь-то, по-моему... А, ну да. Он раз Роше прибыл, значит, все, виновен 100%. А, ну да, 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 все сами ясно. Ну да, ну да. Так, ладно, в общем-то... Так, ладненько. Идите сюда, друзья. Поставлю знак Игни под этот Квен. Да ё-моё, блин. Чё, двери... Они... Так, ага, понятно, понял. Да ё-моё, блин. Да ё... Чёрт дери. Давай. Так, давай. Блин. Нет, энергии что-то не восполняется вообще. Ну что, ты долго будешь? Все. Черт, нет. Куда мне эти эликсиры, эти действия? Да ё-моё, сколько вас там вообще будет? Вы там издеваетесь надо мной, что ли? Не уг... А да еще Хенсет припрется. Ай, ё-моё, еще двое щитом. Так, мне, конечно, зря отсюда зажал. Тихо, тихо. Есть. Так, здоровье бы восполнилось бы понемножку. Давай, давай. Давай, исполняйся быстрее, ну. А, блин. Надо быть осторожным действовать. Так.
Все, Йорг Хансен готов. Остался только этот кибердурок. Так, Ригни там стоит. А, Хансен там уже зарубили. Ну и все. Дело-то. А. Мечом ты махать умеешь. Хоть один достойный противник. Ты выиграл битву. Но проиграл войну. Город в моих руках. Ага. А ты в моих? Ради блага Темерской короны Вернон Роше пойдет на все. Если нужно, он станет убийцей или заставит убивать других. Бернард Лоредо принес миру только страдания и презрение. Я помог Роше, сошелся с его людьми. И вот я снова перед выбором. Убить коменданта, забытой богом фактории, это то же самое, что убить короля. Даже если оба они убийцы и насильники. Вернон Роше, темерский петушок в синюю полоску. И что ты мне сделаешь? Угадай. Вы меня не убьете, не посмеете. Я король Каэдвена, а скоро и верхнего Аэдирна. Без меня север не выстоит. Я победил! Вы знаете, почему я так спешил с битвой? Знаете? Я должен был успеть до Лок-Муинне. Он тянет время. Давай его кончать. Подожди. Говори, король, что будет в Лок-Муине? Новый порядок во всем мире. Новые границы. Все изменится. Туда прибудут все владыки Севера, короли, принцы. Знаете такую поговорку? Кто владеет долиной Понтора, тот владеет Севером. Чародеи будут? Это вообще их идея. Они собрались воскресить Совет и Капитул. Хотят вернуть свои права и привилегии. Место в обществе. Бред какой-то. Но я их всех провел. Это я буду диктовать трактаты. Я покажу, где их место. Ты приказал убить моих людей и ответишь за это. Конечно, я приказал их убить. А что вы делаете со шпионами в Темерии? Раздаете им награды? Никто из повешенных не состоял в заговоре. Только я. Знаешь пословицу? Лес рубят, щепки летят. Твоя подлость вознеслась до небес. Что ты называешь подлостью? То, что благодаря мне Каэдвен будет сильнее, чем когда-либо прежде? Идиот! Я последний владыка Севера, с которым считается Нильфгаард. И будет считаться. Ведьмак, образум его. Ты изнасиловал Бьянку. Убийство и насилие ты тоже отнесешь к королевским добродетелям? Каждая девка мечтает о том, чтобы ее трахнул король. А Бьянка? Она тебе пожаловалась? Я-то думал, ей понравилось. Пищала девка, как несмазанная ось. Хотя, конечно, видимо, да, пойти, либо, в общем-то, дать Рошу убить его, либо просто не дать, видимо, получается так. Здесь как бы выбирать лучше из меньших зол, но здесь все-таки, да, там, Каэдвен весь пострадает. За это, в общем-то, такого поступка, конечно, подло, да, все-таки. Скотина такая еще та, этот. Ему помогли, в итоге он еще вот так вот, не разобравшись, в общем, поверил этому козлу, этому дельтому, да что он лучше в итоге. Это слишком какой-то доверчивый идиот, этим попросту этот король. Каэдвена. Ай, ну, все-таки, не знаю даже, вот, какой здесь сложный выбор довольно все-таки. И, может, дать возможность ему, ну, тогда, чему это потом все приведет. Хотя, если вспомнить события третьей части, то неизвестно еще. Ну, если так-то, ну, ладно, нам нужно все-таки лучше догнать эту шалу, думаю, правильнее будет все лучше. Ну, в общем, я решил сделать выбор. В общем, пойдем, Роше. Мне кажется, по-моему, до этого сохранился место, так что, ну, не лучше так выбор сделал. Идем отсюда, Вернон. Ты спятил!
Ты хотел убить короля, а поймал таракана. Я не прощу ему. Хочешь стать таким же убийцей, как Лето? Из-за этого выродка? Убив Хенсельта, ты поможешь убийцам королей. Пойдем. Хочешь пощадить его? Да он не оставит нас в покое. Если убьете меня, вас найдут мои люди. Пусть сперва поймают. Пошли отсюда, пока я не передумал. Да, все правильно. Ты доказал, что у тебя есть яйца, верно? Духу не хватило. Ты мог убить безоружного Хенсельта или сразиться с самим собой. Ты выбрал более серьезного противника и победил. Возможно, я еще пожалею. Только мы знаем, что здесь произошло. И Хенсельт. Лучше нам об этом забыть. Я постараюсь забыть. Шиала телепортировалась в Лопмуине. Где Шиала, там и Лето. Убийцы собираются на мирные переговоры. Мы должны быть там. Шиала де Тансервиль. С самого начала я был уверен, что она скрывает страшную тайну. Понятно, что после упразднения Совета и Капитула чародеи потеряли всякий страх. Но убийство короля... Зачем все это? Что происходит? Похоже, ответы на все эти вопросы скрывались в Лок-Муине, древнем городе Вранов, цивилизации, сгинувшей во мраке истории давным-давно. Вы верно спросите, отчего ты сам не отправился в Лок-Муине, мастер Лютик? Итак, ваш покорный слуга должен был покинуть долину Понтра, ибо за отважное выступление против короля Хенсельта рисковал заплатить жизнью. Покорно отдаться палачу и обречь эти необычайные события на вечное забвение было бы преступлением против искусства. Все же, не слагая себе ответственность за судьбы Севера, я отправил в Лок-Муине своего верного друга, Геральта из Ривии. Я уже упоминал, сколь брезгует он политикой. Наконец-то он мог сполна выразить свое презрение. Глава 3. Синие горы. Лок-Муин на неделю позже. Точно. И что сказал? Тимерия не удержится. Среди дворян единства нету, а конетаблю Наталису не на что опереться. Хм. Старый добрый Наталис получит пинок под зад. Этого можно было ожидать. Чуть не договорились, но без фольтостовой дочки у них ничего не вышло. Кто бы сомневался. Место для девчонки готово. У нас тут проблемка. Выкладывай твою проблемку. Двери нет. Без двери ее не закроешь. Без тебя знаю, идиот. Пошел прочь. Сейчас дядюшка Детмульт заколдует твой домик. Версах анима. Мы не отдадим тебя этому противному Наталису. И приберитесь здесь. Это Лок-Муини, а не хлев. Все ясно, что, в общем-то, там этот Детмульт задумал. Кончай триндеть, Геральт. Маршал Раупинек и правда был вредный хер. Ну так и времена были другие. Он приказал перебить в Лок-Муине всех эльфов до единого. А Йорвит и прочие машут теперь Раупинеком как знаменем. Пойми, во время войны что только не делают. Все зависит от обстоятельств. Ну конечно. А бедный Раупинек под старость мучился угрызениями совести. Хватит ля-ля, Геральт. Я же сказал, что он был ублюдком. А ты что, эльфов собрался защищать? Да у них у самих руки по локоть в крови. Враны ушли.
Мы должны были спасти источник силы и сохранили этот город-памятник. Фу, эльфийские бредни. В пещерах рядом с городом нашли сотни костей ящеров. Всех тварей зарубили клинками. В общем, думай себе, что хочешь, а меня интересуют только теперешние жители этого города. И почему мне кажется, что ты сделаешь какую-нибудь очень большую глупость, когда мы туда попадем? Прежде всего, я найду там лекарство от моих страданий. Его зовут Детмальд. Смотри, не вляпайся во время лечения в какое-нибудь говно. Он успеет понять, что умирает. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Детмальд — крыса, а не медведь. Я его из любой норы вытяну. Именем Тимерии надо дойти до ворот Локмуина. В общем, это миссия... Синие полоски. Больше, чем армия. Два трети. Я сам набирал людей. Обучал их. Да всякое бывало. Когда со щитом, когда на щите. Им даже не дали шанса умереть в бою. Ты потерял не только их. Ну ладно, в общем, это миссия, мы думаю, закончим данную серию. Увидимся в следующей, по номерам, которая будет... Так, получается у нас 66-я серия. Заканчиваем этом 65-ю серию прохождения игры Ведьмак 2 Убийца Королей. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику Ведьмака оскорбления. Это все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорой встречи и всем пока. До скорой встречи.